Недавно Ани Лорак в одном из интервью призналась, что ее ребенок будет полиглотом. Дома со своим мужем Муратом она общается на английском и на русском, но сейчас хочет выучить еще и турецкий, чтобы знать, о чем именно ее муженек говорит с друзьями и родственниками. Эх, и не сладко же придется ребенку. Для тебя дни и ночи, для тебя все, что хочешь, без тебя. Простить за все просили наших телезрителей девчонки из группы «Подиум». И как результат видим, что вы их не простили. Ну ничего, ждем ваших новых работ в нашем чарте.